Романова Вера Васильевна, по девичьи Суздальцева. Родилась в 1938 году в село Острова Алтайского края. Полякова Мария Тихоновна, мама, а отец Суздальцев Василий Иванович. Мама родилась, мать у него умерла при родах. А отец Василий Иванович, они приехали с Воронежской области, их было 5 человек, 3 брата и 2 сестры. Вот. Мама, бабушка везла их на коровах, в общем, не знаю, как добрались они, и где-то заехали на Алтай, отец заболел холерой, что ли, их в деревню не пустили, короче, она осталась только с ребятишками, с этими, со своими. Ну, отец с матерью поженились в 1933 году, а родился сын, мой брат, в 1934 году, ну, я в 1938 году родилась, в Острово тоже. А потом переехали, а нет, сначала жили в Романовском районе, а потом переехали в Волчихинский район. А потом вот началась это Великая Отечественная, он сразу же ушел на фронт. Но мне тогда было 3 года, но я говорю, что я не помню, это он шел или нет. Что я запомнила только солдатские сапоги, и больше ничего не помню. Спали, мы спали на печке, тетушка у стенки, я на самой черене, бабушка с краю, а братец спал, это лежанка называлась. А эти, я не знаю, мама на полу и тетушка, наверное, на полу, не помню этого. Вот. Потом, значит, в 42-м году у нас было крыльцо такое, наверное, 3 ступеньки, что ли, и идет письма носится. Ну и принесла эту похоронную в 42-м году, в августе 25-м. Бабушка упала в обморок, ну а мы двое ребятишек были. Не знали, что делать, и я не помню, что дальше было. Ну а потом эту похоронку потеряли. Я в школу не ходила сначала тоже, брат не ходил, потому что ну, как не наговорила, что не в чем было ходить. А потом, когда война закончилась, этот дядя, вот, кстати, он награжден орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени. Он работал ну, где-то в интернете есть про него все, Суздальцев Прохор Иванович. Но эти вот эти награды, что-то как они, какой-то из этих или Красного Знамени, или Красной Звезды, это считается как типа Герой Советского Союза. Ну, он из-за того, что был этот лейтенант медицинской службы, что-то языка привел, потом это сколько-то спас, много этих, ну, там в интернете есть, сколько человек он спас. Ну, вот за это и получил. А потом, когда он пришел с войны, короче, принес сапоги солдатские, которые вот так, железки, на каблуках железки. В этих сапогах я ходила во второй класс уже. И у нас лужи были, это, ну, весной таяло, и такие, я в этих сапогах вот так переносила ребятишек и девчонок, ну, потому что тоже не в чем было ходить. Тоже есть, нечего было ни одевать, ни обувать. А когда жили здесь уже у острова, а это дедушка, который, вот я про которого говорила, что в Волчихе в районе жили мы, это дал нам баню свою, отдал. Вот из этой бани мы сделали себе дом. Печка, была одна печка и этот ящик, или как его назвать, ларь. Вот на этом ларе я уроки делала, а на печке мама ложилась, вот входило только вот это место. Остальное, ну, метр на метр печка была русская, и все. А на зиму делали... Это сенки были из досок, а чтобы холодно не было, это косили камыш и делали эту загородку, чтобы не дуло. Ну вот, вот такая была жизнь.